Во Владивостоке идет капитальный ремонт здания на Океанском проспекте 19В. Уже в начале следующего года здесь начнет функционировать современный спортивный комплекс. В данном спортивном комплексе будет находиться зал для художественной гимнастики площадью более 500 квадратных метров, также зал для настольного тенниса более 300 квадратных метров, ну и ряд помещений для смешанных единоборств общей площадью порядка 300 метров. Ну, в том числе размещение тренерских, судейских, методических кабинетов, инвентарных и различных помещений для размещения здесь как административной части школы, так и для проведения лекций. В здании уже проведены работы по полному демонтажу фасадов и кровли, а также внутренних помещений. Выполнена антигрибковая защита и заказаны новые стеклопакеты. Все в процессе согласования, то есть демонтаж закончен, начали выполнять работы по внутренней отделке, подготовительные работы. То есть выстроили везде маяки, ввиду того, что здание было все в грибке и поражено как бы плесенью, выполнили антигрибковую защиту полностью по всему зданию. Доделываю сейчас в процессе 80% выполнения, это кровля. Ну и дальше переходит подрядчик уже непосредственно к внутренним работам уже по отделке. Отметим, модернизация здания выполняется в рамках мастер-плана Владивостока на средства специального казначейского кредита. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.